А потом делал зарядку. Приседания. И был у него верный конь. Какой молодец! Хочешь яблочко? Тише, мальчик! И так любил он своего коня, что даже целовал. А потом конь его... А потом он коня. А потом конь его. Садился он на коня. И начинал танцевать. Что Остановились они в чистом поле, а навстречу им принцесса. Обомлел Иван от такой красоты, слез с коня, встал на одно колено, протянул к ней руки и запел серенаду. Я буду рухать, я стану гостью твоей. Достал свой меч леденец и Кощей свой кинжал тоже достал и завязался бой не на жизнь, а на смерть. И нападал Иван на Кощея. И нападал Кощей на Ивана. И бились они 3 дня и 3 ночи. Надоело Ивану. Достал он свой кольт 45-го калибра и пристрелил Кощея в голову. Но не падал Кощей. Перезарядил Иван обойму. И снова. Упал Кощей без памяти на сырую землю. А Иван поднял возлюбленную на руки. О, блин, сел на меня. И убежал в далекие края. Можно мне уже домой? Ну, давай. Подошел к Кощею. А, ой, я сказал. Наклонился. И плюнул. И поцеловал.
Ха-ха-ха!